Сегодня вечером на канале ТНТ завершился очередной сезон шоу «Холостяк». Победительницей стала Дарья Клюкина. В течение всего проекта главный герой Егор Крид раскрывался публике с разных сторон. Молодой человек показывал все, что происходит на съемочной площадке. Это не игра, а жизнь. Однако некоторые моменты все-таки не вошли в эфиры. Стархит узнал некоторые тайны проекта. Психологическая помощь. Многие участницы шоу иногда сильно нервничали, а также не могли справиться со своими эмоциями. Именно поэтому, когда у участниц случались истерики, им оказывали помощь. Психолог постоянно присутствовала на съемках и общалась с девушками и холостяком, с некоторыми контактирует до сих пор. Все вживую, поскольку «Холостяк» — это реалити-шоу, то невозможно что-то переснимать. Однако, как стало известно Стархиту, всегда можно было сделать перерыв. Инсайдеры сообщили ряд фактов. Несмотря на красивые свидания с шикарными ужинами, некоторые девушки ограничивали себя в еде. Снежана и Женя Менишева были вегетарианками на момент участия в проекте, а Виктория Короткова, которую ранее обвиняли в излишней худобе, ела одни лишь яблоки, боялась поправиться. Близкие Егора Крида. Семья певца очень ответственно готовилась к съемкам, а члены съемочной группы волновались и старались, чтобы им было максимально комфортно. Родители Егора остались после съемок на несколько дней в Дубае, чтобы провести время всем вместе. Мама Егора Марина Петровна не любит летать на самолете. Чтобы принять участие в съемках, ей пришлось пойти на сделку с собой. Но она достойно все пережила и в кадре смотрелась активнее всех. Большая часть съемок проходила в Испании. На некоторые свидания холостяк заезжал за девушками на арендованной машине. Инсайдер утверждает, Егор нарушал правила не только в шоу, но и неверно парковался в Барселоне. Класс пост 485 052 подписчика.